Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Xiaomi Redmi Note 8T. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить мелодию вызова. Сейчас я покажу все методы, да, как изменить мелодию звонка, вплоть до того, как изменить на свою мелодию, потому что вы постоянно пишете в комментариях о том, как же это сделать, потому что не можете найти эту функцию. Сейчас я все подробно покажу. Итак, открываем меню приложений, заходим в настройки, затем спускаемся немножечко вниз и выбираем пункт звук и вибрация. Затем в этом лотосе, да, в лотосной плитке, выбираем в правом верхнем углу значок мелодия. Нажимаем, можем выбрать какую-то из мелодий, доступных здесь. Если вас не устраивают доступные три мелодии, нажимаем «Все мелодии» и выбираем одну из тех, которые существуют в списке. Если же вам даже, если вас не устраивают даже такие мелодии, да, если устраивает, тогда просто нажимаете на стрелочку назад и все, мелодия успешно установлена. Если же не устраивает, тогда в самом верху, в самом верху есть кнопочка, которая неприметная, называется «Выбор мелодии на устройстве». Да, это не просто текст, это действительно кнопка. Нажимаете на нее, и тогда у вас будет возможность выбрать одно из приложений, через которое вы выберете мелодию. Либо диктофон, либо проводник, либо приложение музыки. Давайте, например, приложение музыки. И здесь вы можете выбрать одну из тех мелодий, которая вам нужна, которую вы можете выбрать на поставить на звонок. Допустим, это. Тогда нажимаете просто кнопку ОК, и все, и мелодия звонка успешно установлено. Если же вы, если у вас даже такой метод не сработал, если даже такое вам не помогло, тогда делайте следующее. Заходите в приложение «Музыка», да, находите любую песню, которая вам нужна. Допустим, Imagine Dragons Believer, к примеру. Да, вы хотите поставить ее на звонок. Что вам нужно сделать? Вам нужно нажать в правом верхнем углу на троеточие, затем нажать «Редактор мелодий», после чего выбрать тот участок мелодии, который вы хотите, чтобы воспроизводился на звонке. Вот, допустим, мне нравится именно этот кусок, да, этого произведения. Тогда я нажимаю «Установить на звонок». И все, и нужно только немного подождать. Конечно же, вы можете выбрать и абсолютно всю песню. Но это не обязательно. Можете выбрать именно тот участок, который вы хотите слышать, когда вам звонят. Вот и все, мелодия звонка установлена. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если это видео оказалось полезным для вас. Обязательно и еще раз обязательно пишите комментарий. До скорых встреч, пока.